Так, продолжаем экскурсию сегодняшнюю. Посмотрим, что новенького у нас тут на рынке. Значит, вот ряды с тряпками, с барахлом. А я это вот еду сейчас домой и решил себе семечек взять. Мне сказали, что самые дешевые семечки есть вот в магазине Гермес. Надо выйти за улицу Лазо. Я пока с Тирасполя приехал. Тут немножко картошка дорогая. По 5 рублей. Это 40-дневка, да, вот это? Да. Это она и есть, да? 5 рублей. Да, я вижу. Или 5,50 вроде. А, 5. Так. Немножечко тут, смотрите, мелкая по 7. Там по 3 можно взять, даже я смотрел. Так, 8. Достаточно 10 рублей. Ого. Дороговато. Все-таки там ближе к улице Суворова все-таки дешевле. Так, что тут у нас с рыбкой? Рыбка пока есть. Внешность обманчива. 39. Аргентина 37. Путасу 32. Гренадер 3,46. Так, давайте на копчености переключимся. Тут я вижу. Это горячего, да? А не на холодного. Нет, это холодного. Холодная вода 30. Горячего вот рядышком. А, посмотрим, да, они, чтобы они не... Да, тушат, да. Так, скумбрия горячего 67, холодного 65. О, окунь есть 72. Масляная 90. Что-то рыба такая масляная, интересная. Я его нашел, но... Карп копченый 55. Это эти брюшки. То есть хребты. Семги 37. $3.5 получается. Мой вот 38. 24, 55. Так, ну надо все-таки эти новосутки, а то я так как бы и не выйду. Вот тут у нас всякие приспособления. Хорошая вещь. Такую лопатку хотел давно купить, но что-то не получается у меня. Вот тут, когда эти самороки на ярмарке. Сколько всего. Вилки, ложки. Пакетчики, да, кому-нибудь? Сейчас, Надя, твой муж приедет, как он пришел в магазин. Мы поставили сегодня ложку. Что это? Ножи. Ножи. Так, ну, это мы идем на улицу сейчас с вами Лазо. Значит, говорят, что будут все перестраивать. Хотя посмотрим. Так, конфеты эти. 70, 65. Вот все. Короче, от 4 до 6 долларов США. Вот еще конфетки. Как он тут разбирается? Как он тут разбирается? А вот мне искал сейчас. Он кучу перебрал, нашел.
Да. Вот и я тоже удивляюсь. Феноменальная память, он назвал. Да, ну, там, я тоже об этом. А вот вы знаете, вот, когда про... Так, пойдемте. Это были газетки у нас тут. Ой, добрый день. Так, значит, тут филе куриное. Давайте посмотрим, что тут у нас. Так, куры 22,5 доллара. Мясо куриное с бедра по где-то 2,80 долларов. Фарш всевозможный есть даже за 2 доллара. Какой-то свиной, свиноковяжий. А что, а чей это фарш по 22? Нет, пока. Свиноковяжий до среднего помола, это покрупнее. А он что, мороженый идет, да? Вот да, зато он мне сказал, давай. 24 рубля, но пришли сразу, приготовили, без воды, без всего. Ну, я понял. Каждое утро получает. 45. Так, что-то я как-то такие купил, такой купил фарш, и потом горечь во рту страшная была, и можно и отравиться, в принципе, таким фаршем. Вот тут моющее, да? Так. Сейчас я в Гермен подойду. Давайте посмотрим, что у нас тут с этим долларом. О! О! Подняли доллар сегодня. 13 рублей, евро 14,50. Вот такие вот у нас тут курсы валют. Дайте мне семечки бонзаи, не соленые только, вот 6 рублей мне дали. Мне 6 рублей дали, а там я не знаю какие. Вам проще. Есть, да? Там газ, не газ, маленький, возьмите. И две газа. А, есть, да? А, это не есть. И одна маленькая сладкая. Это не есть. Да. А, каждый по одному, и две сладкие. Ну все, я тогда на маршруточку. Вот я в этом магазине был. Вот такие вот семечки бонзай. 50. Центов, 55 центов они стоят. Тут сколько грамм? Что-то я не вижу. Ну, большой стакан где-то, 250 грамм, я думаю. Ну все. Что тут? А, кстати, сказали, сигареты подорожали. 6 рублей прима, самые дешевые, вот 5,50, джок, армейские, астра, короче, 6,50, короче, 50 центов самые дешевые сигареты, вот сегодня последний день оплаты. Так, вот водичка. А ну-ка.
пацаны хочет кушать. Че, ты нажал? Я могу без меня нас не будет. Ну, ну что? Да, есть его минута. А это стакан 2 центра, да? Это я. Это пожалуйста. Литр. Ага, давай. Литр. А, 400 грамм, 5,20. Что, девочки, конфеточки? Большой? Да. Какой? Маленький? Большой? Один? Здрасте. А почему большой? 5,20. Дима. Ты что, на двух колесах? Ты на двухколесный транспорт пересел? Все, дожился? Ну, конечно. Да, спорт.